Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал FUK или Fuck You, как вам удобнее. Не забывайте, друзья, подписываться на наш телеграм. Не знаю, где оно тут. Тут, да. Надпись, напоминающая вам. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм, вайбер, на инстаграм. Все видео я выкладываю, да, и вы в первую очередь сможете посмотреть. Потому что сам ютубчик не всегда отправляет оповещения, да. Вот, поэтому подписывайтесь обязательно на наши мессенджеры для того, чтобы вовремя посмотреть видео обучения, видео живой торговли на рынке Форекс. Итак, друзья, еще одну хорошую новость хочу вам сказать. Вот, вчера я долго думал, как немножко забустить просмотры на нашем канале, да, и решил. Так как я всегда говорил о том, что этот канал является не только моим, но и частью моих подписчиков, да, я решил прибыль от своего канала полностью разделить со своими подписчиками. Что это значит? Сигнальчик. Евро. Сейчас, одну секундочку. Евро австралиец, где же он? Он у нас здесь. Понял. Евро USD тоже у нас тут начало шалить. Ага. Все понял, отключу пока что. Да, опять. Итак, что это означает? То есть теперь годовая прибыль канала будет делиться на первых 5 мест между рандомно выбранными пользователями канала. Что нужно для того, чтобы поучаствовать в акции? А нужно всего лишь просто поставить видео лайк и написать комментарий. Всего лишь все, что надо. Вот, дальше что будет у нас происходить? Сейчас закрою дверь. А то там малыш мой играет. Дальше что будет у нас происходить? Каждое видео будет выходить, каждый видеодневник я буду вам напоминать. Да, вот. И буду напоминать, что надо делать. Всего лишь надо будет ставить лайк и писать комментарий, быть подписанным на канал. Вот. И одно из самых главных правил розыгрыша. Пожалуйста, распространяйте наши видео, отправляйте в мессенджерах друзьям, я не знаю, там в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Рассылайте, потому что теперь сумма, которую заработает канал, будет зависеть только от вас. То есть чем больше просмотров мы соберем, тем больше заработает канал за год, и тем больше сумма будет разыграна между всеми участниками, кто будет оставлять комментарии под этим видео, да. То есть оставляем комментарии под каждым видео, потом есть специальная социальная сеть, нейронная сеть вернее, я забью туда все ссылки за год, которые видео у нас будут, и среди комментирующих выберем 5 мест. Да, среди комментирующих выберем 5 мест, и те люди разыграют между собой по равным частям, разделим 5 призовых мест. То есть первое место, допустим, там получит 30% от годовой прибыли канала, второе место 20%, третье место еще немножко меньше, и четвертое и пятое получат там по 5, допустим, процентов от годового заработка канала. Итак, друзья, вот такую акцию я решил придумать для вас специально, чтобы вам было интереснее комментировать, да, интереснее смотреть видео и интереснее делиться с друзьями. Поэтому чем больше просмотров будет набирать наш канал, тем больше вы сможете заработать в конце этого года. А до конца года осталось уже не так уж и много, всего лишь каких-то 7 месяцев, да, у нас сейчас 5 месяц заканчивается, то есть 6 месяцев, можно сказать, осталось до конца года, и теперь это все в ваших руках, все в ваших интересах, вы сможете сами
забустить свой заработок, делясь со своими друзьями этими нашими дневниками трейдеров. Ну что ж, друзья, полетели к быстренькому обзору наших рынков, наших инструментов. Вернее, рынок у нас один, на наши инструменты на нашем рынке Forex. Открыв сегодня терминал, я немного был шокирован тем, что ночью произошли какие-то такие резкие движения цены. Смотрите, по всем валютным парам у нас непонятное какое-то резкое движение, причем которое началось ночью, да, в 6-7 утра, еще даже лондонская сессия не открылась, и вот уже когда при открытии лондонской сессии эти импульсы пошли еще сильнее. То есть европейская сессия открылась, и все валютные пары по отношению к доллару начали расти. То есть вот фунт укрепляется по отношению к доллару, да, канадец укрепляется по отношению к доллару, австралиец. То есть все рынки начали расти, доллар начал падать по соотношению доллар. Все рынки начали расти по соотношению доллар определенная валютная пара, да. Вот мы сейчас можем пробежаться. Все рынки рванули, немного кроссы даже рванули по соотношению друг к другу, да. Вот, давайте на часовичок переключимся. Смотрите, что у нас происходит. Но, к сожалению, сегодня особо и торговать не будет что, потому что мы находились возле каких-то ключевых уровней. Сейчас их попробивало этим резким импульсом. А почему это произошло? А произошло это потому, что вчера вечером Евросоюз объявил о том, что он открывает свои границы после коронавируса, да, поэтому произошел вот такой резкий всплеск всех валютных пар по соотношению к доллару. А в Америке, как мы знаем, еще идет карантин, да, в Нью-Йорке все еще цифра заболевших растет. Вот, Нью-Йорк является одним из городов Америки, в котором самым быстро это все дело растет, потому что много неблагополучных людей, там много бомжей, это все очень большой город, миллионник, да, вот. И как бы это все там происходит очень большими темпами, поэтому вот такое вот у нас произошло, да, то есть... Доллар у нас слабеет по соотношению к европейским валютам. Что нам остается делать? Нам остается сегодня продолжать делать домашку, да, то есть продолжать разбирать наши валютные пары, анализировать их, смотреть, что у нас тут происходит, да, с валютными парами. Кстати, вижу, у меня почему-то трендовые линии поисчезали с некоторых валютных пар, да, надо будет, да, я говорю, трендовые уровневые линии, надо будет их попроводить и продолжать дальше анализировать. Но, как мы видим, вот рост пошел по всем просто. USD, допустим, да, сингапурский доллар, хоп, скачок просто где-то около 10%. Евро-доллар вот растет просто не по дням, а по часам, а по минутам, я бы даже сказал. Да, я только отодвинул алертовый сигнал, уже он тут как тут. Да, давайте уже его прям отодвинем к нашему уровню и посмотрим, пробьет ли уровень, будет ли какая-то консолидация над уровнем, под уровнем. Все, что нам остается, друзья, сегодня, это наблюдать, чем этот импульс закончится, да, возле какого уровня он остановится. Вот. И, в принципе, если возле какого-то уровня будет задержка, посмотреть, проанализовать, что с этой задержки возле этого уровня может получиться, отбой или дальнейший пробой, да. Но, в принципе, я, пробежавшись по всем валютным парам, в принципе, все валютные пары уже давно, еще в 6 или в 7 утра, вышли за границы своего дневного АТРа, поэтому... Входить куда-то очень небезопасно и противоречит нашему риск-менеджменту, друзья. Очень небезопасно, потому что валютная пара в любой момент, мы можем войти здесь, допустим, на повышение, да, на покупку, потому что здесь у нас был какой-то локальный уровень, допустим,
да, или сейчас возьмем, пойдем в историю, найдем какой-то уровень, проведем себе, вот, и от него захочем пойти на повышение. Но надо не забывать, что это временный импульс, и все рынки обязательно вернутся плюс-минус, хотя бы 50% будет отката, да, после новостного такого импульса. Вот, и он, смотрите, по евро-доллару сегодня будет две новости сразу в 5 часов. После этого, если новости плюс-минус выйдут в сторону Америки лучшую, да, по-любому будет откат. Поэтому вот сегодня можно смотреть, допустим, за евро-долларом следить, ждать, пока он дойдет до этого уровня, и потом ждать новостей. Если новости будут позитивные в американскую сторону, да, то будет от этого уровня откат вниз. На этом откате можно будет заработать. Пока что, друзья, все. Не хочу затягивать видео. Не забывайте, что происходит у нас на канале розыгрыш. Розыгрыш живых денег, никаких-то там, да, никаких часов, смартфонов или еще что-то другое. Нормальные, настоящие живые деньги – это прибыль канала. И вы сможете в полном объеме участвовать в развитии канала и в количестве заработанных вами денег. То есть распространяйте мои видео, делитесь с друзьями, делитесь в соцсетях, в ленту бросайте. Ничего постыдного мы здесь не делаем. Все культурно, никаких матов, все хорошо. Обучаемся работать на валютных рынках. Вот. И давайте будем обучаться вместе. Может, вам это не интересно, может, кому-то из ваших друзей это будет интересно. И помочь человеку дополнительно зарабатывать, найти себя в другой какой-то профессии, в профессии трейдинга. Почему нет? Все, пока что всем спасибо. Пока что буду следить за происходящим, насколько этот импульс будет сильный, куда он может достигнуть. И уже потом по ходу действия буду включаться и что-то комментировать. Итак, друзья. Вот уже прошло почти 2 часа с момента начала записи видео, да, уже 14:00 у нас, вот. И посидел я и посмотрел на эту всю ситуацию, которая творится, да, непонятная ситуация, рынки бурно отреагировали у нас на открытие европейских границ, да, мы по всем нашим инструментам находимся в режиме перекупленности и перепроданности, да, и какие-то уровни, от которых у нас была возможная покупка или продажа, да, вот смотрите, допустим, по фунт-доллар, если бы я в 6 утра проснулся, да, что маловероятно, здесь можно было заходить на покупку, да, вот этого уровня, но, к сожалению, в 6 утра, ну, сильно рано, да, обычно я начинаю торговлю с европейской сессии, вот, поэтому на сегодня, я считаю, нету смысла уже что-то сидеть и выжидать и рассматривать, тем более я хотел на своем компьютере переустановить Windows, потому что Windows у меня уже старенький, да, я хотел переустановить Windows себе. И на десяточку, хочу установить себе десяточку, да. Вот, поэтому, друзья, я считаю, что на сегодня наша торговля должна быть закончена, потому что на таком всплеске торговать очень опасно. Цены сейчас по всем инструментам находятся где-то в середине канала, не возле уровней, да, то есть ничего тут, ну, здесь вот, допустим, возле уровня, да, цена, но опять же, пока она здесь формирует какие-то пробы, да, откатов или пробития в обратную сторону, это можно ждать вообще до конца дня. Я потеряю и день, и еще на таких больших всплесках можно еще и потерять деньги. Поэтому на сегодня я рассматриваю, что мы заканчиваем нашу торговлю. Опять же, первым ключевым правилом, по которому мы должны закончить торговлю, это является то, что все инструменты у нас в режиме перекупленности или перепроданности. Второе, то, что они сейчас все вошли в середину канала между нашими ключевыми уровнями, да?
Вот. И сидеть и выискивать какие-то, ну, какие-то возможности входа в рынок, которых я не понимаю, не считаю нужным. Потому что можно просто наловиться сейчас стоп-лоссов, да, и как бы вот видим, все в перекупленности инструменты или в перепроданности, да, то есть из-за этого резкого всплеска непонятно, что дальше будет твориться с нашими инструментами. Тем более, что дальше по всем инструментам практически будут новости по Америке, да, и опять могут быть какие-то резкие всплески. И дабы нас не расмазывало по рынку, и мы не вылавливали стоп-лоссы сегодня, да, а не тейк-профиты, считаю, что на сегодня торговлю надо прекратить, да, чтобы не нарваться на ненужные стоп-лоссы на большой волатильности рынка. Всем, друзья, спасибо за внимание. Еще раз напоминаю вам про то, что теперь этот канал также ваш, как и мой, и заработок от этого канала будет делиться между всеми участниками этого канала. Не забывайте делиться этими видео, не забывайте комментировать видео, ставить лайки, подписываться, конечно, на канал и подписываться на наши мессенджеры: Telegram, Viber, Instagram. И вот сегодня, после того, как я установлю уже Windows 10, я и создам группу в WhatsApp. Вот, еще добавится у нас WhatsApp. И будет уже, в принципе, весь набор мессенджеров для того, чтобы всем было удобно пользоваться и смотреть наши видео. Все, друзья, всем спасибо большое, всем пока, всем до завтра. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Пока-пока.